вечер. В эфире спецпроект «Пограничная зона». Сегодня наш гость Сергей Гуриев, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития. Добрый вечер, спасибо за участие. Добрый вечер, спасибо за приглашение. В первую очередь мы встречаемся в Тбилиси. Могли бы вы в двух словах объяснить, какое сейчас есть сотрудничество между Грузией и Европейским банком? У нас целый ряд проектов. Это одна из ведущих стран, в которых мы работаем по самому разному набору направлений. Это в первую очередь, конечно, поддержка конкурентоспособности грузинской экономики в связи с DCFTA, Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, с интеграцией грузинской экономики в зону торговли с Европой, помощи в экспорте грузинских товаров в Европу, при привлечении европейских инвестиций и так далее. Мы также работаем с грузинскими банками, с тем, чтобы сделать их более конкурентоспособными и устойчивыми. Мы также работаем и в области создания энергетики, возобновляемой энергетики в Грузии. Есть целый ряд проектов, и Грузия, несмотря на то, что это относительно небольшая страна, это страна, в которой мы делаем достаточно много бизнеса. Несколько сот миллионов евро в год, это на самом деле не так мало для относительно большой экономики. В целом, я могу сказать, что модель ИБРР устроена так. Мы банк, который работает в первую очередь с частным сектором, поддерживаем инвестиции частных компаний в создание устойчивой рыночной экономики. И чем больше реформ в стране, тем легче нам работать, тем больше мы можем сделать. И в этом отношении Грузия остается одним из пионеров реформ в этом регионе. Вот на данный момент как бы вы оценили как раз и уровень реформ, уровень развития, уровень рынка грузинского? Вы говорите, вы работаете с частными компаниями и с банками. Наверное, вы слышали про разные резонансные дела в Грузии, включая TBC-банк. Очень известный случай, когда владельцу по суду запретили там подписывать документы и так далее. А на данный момент насколько свободен этот рынок, насколько остается Грузия вот этим локомотивом реформ в регионе, о чем вы сказали сейчас? Вы знаете, в каждой стране, где мы работаем, возникают разные проблемы и трудности. Страны, в которых нет проблем и трудностей, мы больше не работаем. Так устроен наш мандат. Например, в Чешской Республике мы больше не работаем. Эту страну мы считаем выпускником ИБРР. Она закончила переход к рыночной экономике больше 10 лет назад. Там мы больше не работаем. Как только в стране кончаются проблемы, мы из этой страны уходим и переносим наши усилия на страны, в которых проблемы еще остались. Но, тем не менее, в относительных показателях, безусловно, Грузия остается одной из наиболее приверженных реформам стран. У нас есть несколько уровней сопоставлений с точки зрения наших региональных категоризаций. Грузия – это часть региона, который мы называем Восточная Европа и Кавказ. Это страны, это страны восточного партнерства для Европейского Союза. Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан и Грузия. И в этих странах Грузия, безусловно, остается чемпионом. Если мы посмотрим на все страны бывшего СССР, за исключением стран Балтии, то Грузия опять-таки остается чемпионом с точки зрения реформ. В Центральной Европе, безусловно, есть страны. Это, я прошу прощения, это как бы статистически подтверждено, да, и, в принципе, да, у банка у вас есть данные. Да, у нас есть целый ряд показателей, которые измеряют разный прогресс в реформах, качество политических и экономических институтов, открытость рынков, интеграцию с другими рынками. И с этой точки зрения Грузия и прошла большой путь, и продолжает проводить реформы. В Грузии, безусловно, есть проблемы с инклюзивностью. Наши показатели равенства возможностей в Грузии показывают, что здесь еще очень много всего нужно сделать. Но в остальном мы видим, что несмотря на то, что скорость реформ, возможно, снизилась по сравнению с тем, что мы видели, скажем, 10 лет назад, но в относительных показателях, по сравнению с соседями, по сравнению с другими странами регионов, это по-прежнему открытая страна, в которой не возникает сомнений в общей приверженности курсу на создание устойчивой рыночной экономики. Спасибо. Поскольку у нас не очень много времени, перейдем, я так понимаю, что у вас есть информация, к еще одной соседней стране, это Армения. Да. После революции, которая там прошла в прошлом апреле, прошел год и полгода после выборов. Как бы вы оценили, может быть, по работе банка с этой страной, насколько там идет какой-то процесс, насколько там двигаются какие-то реформы, борьба с коррупцией и те экономические вещи, которые связаны вот с вашей сферой деятельности?
Безусловно, Армения для нас это очень важная страна, и вызовы там во многом похожи на вызовы, которые есть в Грузии, но действительно борьба с коррупцией, безусловно, начинается, и мы видим большой прогресс в этой области. Другие реформы пока только-только начинаются. Если вы следите за политической ситуацией, прошло буквально пару месяцев с того, как было назначено новое правительство. Борьба с коррупцией, с монополиями – это его первый приоритет. Второй приоритет – это налоговая реформа. И в целом, безусловно, мы видим прогресс, но полномасштабная программа реформ пока только обсуждается. Вы говорите, мы видим прогресс. Многие критикуют правительство Пашиняна за то, что там точечные паблик-шаги, имиджевые, может быть, но нету пока что никаких систематических действий. Безусловно, борьба с монополиями и налоговая реформа – это и есть систематические действия. Вам нужно сделать так, чтобы было выгодно платить налоги, вам нужно сделать так, чтобы не возникали ренты, монопольные ренты, за счет которых можно давать взятки – это и есть системные шаги. Эти шаги есть? Вы их уже успели отметить? Мы видим прогресс, да, мы видим прогресс. Что касается, как вы сказали, показательных шагов, эти шаги также важны, чтобы показать commitment, чтобы показать приверженность к курсу. В некоторых других странах общество теряет веру в реформаторов после того, как оно видит, что самые большие коррупционеры остаются неприкасаемыми. Это очень важная вещь, все-таки показать, что неприкасаемых нет. Что дело не в тяжести наказания, а в его в невозможности избежать наказания. Мы могли уйти сейчас более глубоко в проблемы Армении, потому что, например, один из олигархов или крупных бизнесменов армянских, как получал огромные льготы, так и продолжает получать сейчас, что немножко спорно выглядит. Это, собственно, один из вопросов. Я бы не хотел обсуждать конкретные кейсы, но вот раз вы спросили про большие кейсы, действительно, важный вопрос в том, чтобы никто не мог бы получать, никто не был бы привилегированным с точки зрения применения закона. А Азербайджан? В Азербайджане ситуация совершенно другая. В Азербайджане после падения нефти в 2014 году и последующей девальвации, последующих проблем в банковском секторе, происходит переосмысление экономической модели роста. Некоторые меры уже происходят, уже дают свои результаты. В Азербайджане происходят, например, серьезные инвестиции в образование. В Азербайджане происходит серьезное переосмысление роли государства, реформы корпоративного управления в государственном секторе. Это очень важно, потому что, как вы, наверное, знаете, крупнейший банк Азербайджана потерял огромные деньги. Это, вообще говоря, немыслимые деньги, которые не укладываются в голове. Речь идет примерно о 20% годового ВВП. Это величина, которая показывает, что в госкомпаниях могут возникать очень серьезные проблемы, и корпоративное управление, улучшение корпоративного управления – это не роскошь, а необходимость. Иначе ни у какого бюджета, ни у какого суверенного фонда не хватит на это денег, чтобы справиться с этими проблемами. Но в целом ровно сейчас это очень важный момент, потому что у Азербайджана есть, с одной стороны, огромная подушка безопасности. В нефтяном фонде сосредоточено около 100% ВВП, зависит от цены на нефть, сегодня или завтра, или того, говорим мы, на месяц раньше или позже. Но также понятно, что так как в долгосрочной перспективе цена на нефть будет снижаться по мере перехода к возобновляемой энергетике, Азербайджану нужно думать о новых моделях развития, о повышении конкурентоспособности. И в этом смысле вот ровно сейчас нужно задуматься, как использовать эту благоприятную, относительно благоприятную ситуацию для того, чтобы создать новую экономику. Вы сказали про новые модели развития и, в принципе, новые модели. Как вы оцениваете коротко, потому что еще раз времени немного, два проекта, крупных проекта, которые сейчас есть. Первый проект – это Баку-Тбилиси-Карс, железнодорожная ветка для грузоперевозок, которая в Грузии вызывает, хотя Грузия подписала этот документ и проходит по территории Грузии, много вопросов. Недавно был подписан меморандум между Россией, Азербайджаном и Турцией без участия Грузии. И, видимо, российские грузы будут через Азербайджан проходить дальше. Как вы этот проект оцениваете? Насколько он эффективен, правилен? С нашей точки зрения, Евросоюза, вашего банка, Грузии,
И второй вопрос – это по поводу газа. Угу. Есть очень много разговоров про «Северный поток-2». Угу. И есть новые разговоры. Был визит госпожи Ангелы Меркель в Грузию в августе месяце. Договорились о строительстве хранилища в Грузии. Угу. Наверное, вы знаете про это. Естественно, сразу заговорили про то, что через Азербайджан будет идти газ, который будет в этом хранилище, и газ будет российский. Угу. Есть ли у вас информация, и как вы оцениваете эти крупные проекты? Ну, я бы не стал... С точки зрения тоже не только экономической, но и безопасности, может быть, в том числе и европейских стран. Спасибо. Я не комментирую вопросы безопасности, я не хотел бы комментировать проекты, которые еще не подписаны. Что касается проектов, которые уже подписаны, мы финансировали и Южный газовый коридор, и ТАП, и ТАНАП, и для нас это были очень большие и важные проекты. И с точки зрения наших европейских акционеров, это в том числе и вопрос диверсификации источников газа для Европы. И мы, подписав этот проект, показали, что мы такого рода проекты одобряем. Но это диверсификация или это тот же российский газ будет идти через другие коридоры просто? Но это будет не только российский газ, безусловно. Да, это, не только? Да, не только Хорошо. Российский газ. Но в целом, что вы упомянули Nord Stream 2, опять-таки здесь у нас нет точки зрения, но, безусловно, некоторые наши акционеры, включая Украину и Америку, выражают опасения, что это будет серьезный удар по экономике Украины, потому что для экономики Украины доход от транзита газа – это существенные деньги. А вот этот по поводу Баку-Тбилиси-Карс, у вас есть какое-то понимание вот этой дороги и насколько это эффективный какой-то инструмент? Да, я бы не хотел говорить об этом. Хорошо. А вы несколько лет назад уехали из России, сейчас вы живете в Европе, я так понимаю. Да, живу в Европе, да. Да. Насколько у вас с Россией остались какие-то связи у вас лично, уже не от лица банка? Я гражданин России, меня крайне волнует и беспокоит то, что происходит в России. Я бы хотел, чтобы Россия была демократической, мирной и процветающей страной. С экономической точки зрения, я слежу за временем, с экономической точки зрения, насколько последние этапы, в том числе европейских санкций, американских санкций, действительно сказались на российской экономике, есть много заявлений о том, что это только помогает. Безусловно, часто мы слышим заявления, что это только помогает, но тем не менее мы видим и много действий российских властей, не только заявлений, но и действий, которые направлены на снятие санкций. С экономической точки зрения, безусловно, изоляция России от мировой экономики наносит будущему России серьезный удар. Для интересов российских граждан, для интересов глобальной экономики, безусловно, было бы лучше, если бы торговля и инвестиции бы возобновились. На данный момент вот эта экономика, вы в этом хорошо разбираетесь, она что из себя вообще представляет? Это кризисная ситуация или что это? Это ситуация медленного роста или, можно сказать, застоя или стагнации. Это ситуация, где с макроэкономической точки зрения не стоит ожидать никаких кризисов. Российская денежная и бюджетная политика являются абсолютно консервативными, ответственными и устойчивыми. На самом деле ровно сейчас российский бюджет исполняется с профицитом. И российский суверенный фонд, фонд национального благосостояния увеличивается. И вполне возможно, что к концу 2019 года, начало 2020 года он достигнет 7% ВВП. Это для России большие деньги. Мы говорили об Азербайджане, где эта сумма составляет около 100% ВВП. Но для России это большие деньги. И в этом смысле кризиса в ближайшее время, вот кризиса, связанного с макроэкономическими проблемами, ожидать не стоит. С другой стороны, экономического роста тоже ожидать не стоит. Не стоит ожидать ускорения экономического роста, потому что российские власти пока не смогли улучшить инвестиционный климат, деловой климат, снизить коррупцию. Как обыватель я не совсем понимаю. Вы с одной стороны говорите, что да, санкции, например, работают экономически, с другой стороны кризиса ждать не стоит, идет, есть профицит и так далее. Но не работают эти санкции? Санкции работают в том смысле, что Россия могла бы расти быстрее. Грузия растет сегодня 4,5% в год. Многие центральные европейские страны растут 4% в год. Вы знаете, по экономическим законам, чем беднее страна, тем проще и расти. И если бы Россия росла с тем же темпом, как и центральные европейские страны, то Россия должна была бы расти не 1,5% или 2% в год, а 4%. И это большая разница. И понимаете, каждый процент российского ВВП – это 15 миллиардов долларов. Если вы посмотрите на, условно говоря, 2,5% упущенного ВВП, это уже 37,5
миллиардов долларов. Это большие деньги. Если нет кризиса... Это деньги, которые фактически вынимаются из карманов российских граждан, поэтому не нужно удивляться, что реальные доходы населения не растут уже 5 лет. Да, это очень интересно. Вы сказали еще про рост 4% в Грузии. Это рост благосостояния или экономики, в принципе? Это рост экономики. В принципе, не каждый грузин видит да, это в своем кармане. Да, потому что это было очень интересно. Мы упомянули недостатки инклюзивности роста, и, безусловно, это один из вызовов, и мы поддерживаем позицию правительства, что экономический рост должен быть более справедливым и более инклюзивным. Я понял. Про Россию я одно уточнение хотел последнее спросить. Вот эта ситуация с пенсионным возрастом, как я знаю, во многих странах, правда, этот возраст выше. Экономически, в чем причина сейчас, после многих обещаний этого не делать, этого шага, и насколько он правильный или эффективный просто экономически? С экономической точки зрения, безусловно, в России есть демографический вызов. Российское население стареет, как и грузинское население, как и население во многих посткоммунистических странах. Но, безусловно, пенсионные реформы проводятся не так. Угу. Пенсионные реформы все-таки это реформы, где вы старшему поколению говорите, вы знаете, к сожалению, мы должны пересмотреть пенсионный возраст, но так как вы всю свою жизнь платили налоги, вас это не коснется. Вы спокойно идете на пенсию, как мы вам и обещали. А вот молодое поколение, которое только начало платить налоги, к нему обращается правительство и говорит, вы знаете, вы еще люди молодые, вы еще успеете накопить. И именно так и происходят реформы. И более того, в России была такая реформа в 2002 году, во время первого срока президента Путина, была проведена черта. 67-го года рождения и старше, люди оставались в старой системе, 67-го года логично. И младше, им сказали, вы переходите в накопительную систему. К сожалению, эта реформа была де-факто заморожена и отменена, и очень жаль, что так произошло. Если вы меня спрашиваете, нужно ли было бы срочно делать в 2018 году именно эту реформу, именно таким образом, простой ответ на ваш вопрос – нет. И я еще спрашиваю, именно потому, что есть профицит. Это вызвано кризисом все-таки? Нет, это не вызвано кризисом. Я не могу привести экономических причин, почему это нужно было делать. Опять-таки, с учетом того, что в Российском суверенном фонде, который и был создан формально для того, чтобы решать долгосрочные пенсионные проблемы, в этом фонде, как я уже сказал, накапливаются десятки миллиардов долларов, и вполне возможно, скоро он достигнет 7% ВВП. Это очень интересно. А последний вопрос, чтобы закончить. Вы сказали, у нас хороший уровень сотрудничества с Грузией, с Россией, я так понимаю, вы тоже банк сотрудничает активно. Не совсем так. Как? Начиная с 2014 года наши акционеры попросили нас прекратить все новые проекты в России. Угу. Россия остается стороной операции, мы продолжаем работать в рамках проектов, подписанных до 2014 года. У нас есть офис в Москве, но новых проектов мы не проводим. То есть правильно я понимаю, что у банка есть какая-то определенная там, уровень или какие-то критерии, по которым отбираются партнеры? Демократичность или что-то в этом духе? У банка в первой статье устава написано следующее. Банк проводит операции в странах. У банка есть миссия поддерживать переход к устойчивой рыночной экономике. Но есть и тот критерий, о котором вы сказали. Мы проводим операции в странах, которые привержены принципам многопартийной демократии и плюрализма и проводят их в жизнь. Угу. Но мы ни разу не использовали эту первую статью для того, чтобы сказать, вот эта страна не соответствует этим критериям, мы останавливаем операции. С другой стороны, в России это было просто решение наших акционеров, подавляющего большинства наших акционеров, которые сказали нам, больше никаких новых проектов в России не нужно делать. Самый последний. В Грузии, чтобы вы порадовали грузинскую аудиторию, которая, конечно же, тоже будет смотреть эту передачу, стоит ли ждать увеличения вот этого роста, о котором вы уже упомянули, потому что мы чувствуем постоянное повышение курса валюты, не в лучшую сторону. А реальные доходы населения, они никуда, к сожалению, не растут, по статистике в том числе. Вы наверняка обладаете данными по экономической ситуации в стране, стоит ли ждать улучшения? Вы знаете, все зависит от проведения дальнейших реформ. В долгосрочной перспективе экономический рост зависит от степени интеграции в мировую экономику, от привлечения иностранных инвестиций, от того, сможет ли Грузия воспользоваться благами DCFTA. И, безусловно, от инвестиций в человеческий капитал. То есть расти есть куда? Безусловно, расти есть куда. Грузия по-прежнему находится на, к сожалению, относительно низком уровне
доходов, это страна со средним уровнем доходов, она гораздо богаче, чем она была 15 лет назад. Это вопрос менеджмента или это вопрос, например, полезных ископаемых ресурсов? Во многих богатых странах сегодня нет никаких полезных ископаемых ресурсов. Источник доходов, источник роста стран, которые сегодня являются развитыми, это человеческий капитал. И, безусловно, для того, чтобы стать богатой страной, нужны не ископаемые ресурсы, а правильные стимулы, правильные политические и экономические институты и человеческий капитал. Поэтому с долгосрочной точки зрения необходимы инвестиции в образование и возможность экспортировать те продукты и услуги, которые создает этот человеческий капитал в глобальную экономику. Это маленькая страна. Хорошо ли это или плохо, но это маленькая страна. Здесь никогда не будет слишком большого рынка, такой, который вы можете увидеть в Америке или Китае. Поэтому от возможности экспортировать то, что создается в Грузии, в, скажем, Европу или в какие-то другие большие рынки, от этой возможности, собственно, и зависит возможность достижения высокого уровня дохода. Но, безусловно, как я уже сказал, в мире есть много стран, которые перешли от уровня дохода, на котором находится Грузия сегодня, до уровня дохода, на котором находится сегодня Западная Европа, Корея или Япония. И не нужно далеко ходить, если вы посмотрите на Центральную Европу. Я упомянул Чехию, можно посмотреть и на Польшу. Это страны, у которых сегодня высокий уровень дохода. Это не всегда было так. Еще 30 лет назад доходы в Украине и в Польше были на одном и том же уровне. Сегодня разница в 3 раза. И вы можете, соответственно, сделать выводы, посмотрев на то, что было в Польше, что было в Украине, как работали реформы в одной стране, как они не работали в другой, чтобы понять, что можно сделать, если вы проводите реформы. И, к сожалению, чем опасно не проведение реформ. Спасибо за интервью. Будем рады видеть снова в Грузии. Спасибо большое. Спасибо.